Всем салют, мои дорогие друзья и подписчики! С вами, как всегда, не первый, но не последний видеоблогер Серега Резников. И я сегодня на рынке купил в Москве за 27 рублей всего лишь вот такую замечательную картошку, которая называется хрустящий картофель в ломтиках со вкусом сметаны и лука. Я уже ее открыл. Это самое, в этом пакете 70 грамм. Давай еще ее попробуем, как она хорошая на вкус. Вот такая, видите, картошечка, ребята. Вот такая вот картошечка. Со сметаной и с луком. Как она хорошая. Ой, бляха-муха. Вкусняша, ребята, вкусняша. Обжор на картошку. Он упал на пол. Вкусная картошка. Вкусная. Люблю я эту картошку. Действительно вкусная. Я вон даже с земли поднял, ребята, не побрезговал. Очень вкусная, не побрезговал. О, дерёна мать. Вкусная вещь. Что могу сказать? Вон какая. В трубочку, ребята, в трубочку. Ку-ку. Ребята, очень вкусная картошка. Смотрите. Хрустящий картофель в ломтиках со вкусом сметаны и лука. Чипсы картофельные натуральные. Вон какая вкусняша, ребята. Всем советую. Всего вам доброго.